этих удобрений производится в том числе за счет природного газа. Все взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, они стали нерентабельными, начали закрываться вообще. И объем удобрений на мировом рынке резко упал. А цены, соответственно, выросли. Причем цены выросли драматично, можно сказать. Совершенно неожидаемо для многих европейских политиков. Но мы об этом предупреждали. И это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Вот и одно цепляется за другое. И Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить. И, конечно, в этом смысле этих удобрений производится в том числе за счет природного газа. Все взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, они стали нерентабельными, начали закрываться вообще. И объем удобрений на мировом рынке резко упал. А цены, соответственно, выросли. Причем цены выросли драматично, можно сказать. Совершенно неожидаемо для многих европейских политиков. Но мы об этом предупреждали. И это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Вот и одно цепляется за другое. И Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить. И, конечно, в этом смысле...